Так, ну что, говори, что тебе не нравится. Я даже попроще идею придумал, не списывать, а. То, что мне не нравится? Да, говори. Там большой список, это надо тебе написать, чтобы ты уж точно запомнил. Потому что ты же не понимаешь по-другому, тебе надо все записывать. Настолько неумный человек, необразованный, что тебе надо сначала все записать, а только тогда уже ты, может, что-нибудь поймешь через какое-то время в следующей жизни. Ребят, вот я с Игорем переговорил, я сказал ему, чтобы... Мы с ним говорили 2 дня назад, чтобы мы написали список тех дел, то есть, ну, всего того, что со мной происходит, то, что мне не нравится. Вот, он сейчас, не знаю, или забыл, или что с ним такое, он не хочет этого делать. Так я ж не против списка. Причем мы об этом говорили, а он не соглашается. Я не против списка, но просто ты уже говоришь, надо общаться уже.